Александр и Диоген. Царь Александр проявляет небывалую раскованность, свободу в отношении с другими людьми. Известен эпизод, что когда он посещал город Лаэрту, естественно, он захотел увидеть знаменитого Диогена, философа, чье имя гремело по всему античному миру. И вот царь Александр со своей свитой подходит к знаменитой бочке, у входа в которую лежал и отдыхал Диоген. Увидев македонского царя со свитой, Диоген даже не пошевелился, чем вызвал удивление царя Александра, на что тот с удивлением спросил Диогена: «Неужели ты не боишься меня?» На что Диоген ответил не менее неожиданно. Он спросил: «А ты добрый человек или злой?» Александр ответил, что я, конечно, добрый человек. И тогда Диоген завершил свою триаду вполне логично. Он сказал: раз ты добрый человек, почему же я должен тебя бояться? Царь Александр и Диоген проговорили больше часа, и Александр был буквально очарован Диогеном. В конце этой беседы он воскликнул: «Проси у меня все, что хочешь». Диоген, глядя на Александра, бросил только одну фразу: «Подвинься в сторону, ибо ты заслоняешь мне солнце». Услышав такую просьбу, царь Александр рассмеялся и произнес не менее свою знаменитую фразу: «Если бы я не был Александром, я хотел бы быть Диогеном».